Здравствуйте, друзья! Последние деньки мая. Несколько дней у нас погода стояла такая теплая-теплая, майская-майская, но сейчас опять похолодало, идет дождь. И все такое пасмурное. Но надо косить траву. Трава растет. Люди жалуются, что не знают, где будут косить сено для животных. На полях травы мало, потому что весна была холодная. А вот в огороде ее сколько угодно. Вот тут я уже косила пару дней назад, и вот она уже тут подрастает. А я буду продолжать косить. Не успела я, пока были хорошие деньки. И косить буду вот здесь. Тут красота, одуванчики растут. Незабудки цветут. Просто чудо, что такое. Яблони у нас только-только распускаются. Вот уже сегодня, какое сегодня, 27 мая. Яблони только-только распускаются. Ну, хотя у нас было холодно, однако заморозков не было. Поэтому вишня отцветает как бы успешно. Ну и вроде как не предвидится больше заморозков. Скошенную траву я кладу в качестве мульчи под помидоры. Помидоры уже расцветают. Ну, прежде чем я буду косить, надеюсь, что дождь будет не сильный, я зайду в дом, поснимаю. Мне надо для моей Инги поснимать такие деловые моменты. Надо поснимать, где будет электричество, где сделали отводки для освещения. Но если вам интересно, вы можете посмотреть вместе со мной. Темно, потому как у нас пасмурно. А еще утро, еще где-то 7 часов. Ну, и как есть, так есть, но я снимаю для Инги больше. Так, значит, это так. Коридор. Коридор. Да, сейчас это все находится на стадии штукатурно-малярных работ. То есть штукатурно-малярные работы только-только начались. Только-только. И поэтому ничего еще красивого, ничего показать нельзя. Так, подоконники поставили и закрыли их всякой там бумажкой и всякое такое, дабы они не пачкались. Итак, мы пойдем вначале наверх. Так, видно вот тут от окна. Вот там одно гнездо. Пошло другое гнездо. Друзья мои, я надеюсь, что когда-то это будет красиво. И когда-то я вам покажу во всей красе и сама увижу. Но пока красивого ничего нету. Так, вот тут окно. Рядом с окном. Вот тут. Так, сейчас я покажу так, чтобы Инге было виднее. Вот. У нас Инга главное по дизайну. Я говорю, только так не подхватя. Вот. Так. Это коридорчик, который будет кухонкой. Господи. Коридорчик, который будет в дальнейшем кухонкой. Здесь на потолке два вывода. Два вывода. Так, маленькая крошечная кладовочка, она будет без дверей. Ага, там тоже есть. В кладовочке на потолке есть тоже отверстие для электричества, для освещения. Так, одна гостевая комната. Ага, уже положили ДСП. Потом будут класть иллюминат. Так, мои холодильники. Холодильники мои, они работают? Работают, слава богу. Я больше всего боюсь за припасы, как эта мышка-нарушка. Так, 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 что у нас тут? Это будет
Это будет комната для гостей. Да, вот они тут. Как бы для бра, наверное, сделали выводы. Но надо теперь померить, чтобы было видно, куда им опускать эти выводы. Так, идемте дальше. Следующая гостевая комната. Ага, кладут ДСП, молодцы. Так, следующая гостевая комната там, что? Так, вот здесь два вывода. Ну, это, очевидно, тоже для бра, поскольку здесь будет кровать. Так, сяк наперекосяк. Так, это будущий санузел. Там наверху. Больше нету и, наверное, не надо. Так, а здесь вот у нас на потолке. Так, еще одна комнатка, спаленка, это для нас, потому что, как выяснилось, хоть дом выглядит большим, но ничего большого тут нету, самим жить негде. Ну, это я утрирую, но есть, конечно, где, но так. Так, здесь только наверху. Да, ну вот они везде уже подоконники поставили. И все это прикрыли бумажкой. Молодцы. Теперь первый этаж. Коридор. Так, наверху. Для хрустальной люстры. Опять же утрирую. Хрустальной люстры у нас не будет. Санузел. Ну, там еще... санузел. Так, я смотрю, что там еще даже репса нету, там только вот так. Ну и там погреб. Ну, я думаю, что в погреб тоже что-то пойдет. Ванная, ванная, ванная. Ну да, наверху, естественно, лампа. Ну и все. Пока. Тут еще ничего не сделано. Так. Дальше. Одна из наших спален. Вообще ничего не сделано. Интересное кино. А почему? Вообще ничего нету. Обалдеть. А, ну, наверное, что-то еще будет, потому что вот там крестиком отмечено. Что-то должно быть. Так, здесь у нас помесь кухни и зала, так сказать. Такой современный вариант, когда кухня сочетается с уголком отдыха. Вот здесь будет уголок отдыха. Темный, мрачный. Я надеюсь, что мрачным он не будет. Так, кто что видит, кто не видит. Вот тут вот два вывода у нас. Здесь у нас планируется камин. Ну, посмотрим. А здесь у нас планируется кухня как таковая. Всякое разное, безобразное. Да, наверху. Сейчас покажу. Наверху два вывода для ламп. Раз и два. Так, еще одна, с позволения сказать, спаленка. Или же, как я говорю, комната для наказания. Единственное ее преимущество – светлое. Светлое. Окно большое. Это, я говорю, это чисто новая пристроечка. Тут была когда-то запланирована веранда, но тут ничего не было. Тут был сад. И вот мы пристроили вот такую штуку, чтобы получилась какая-то комнатка еще, поскольку места катастрофически не хватает. Тут у нас что? Тут у нас наверху вывод.
И вот тут. Вот так. Здравствуйте, товарищи. Это я. Это я. Узнали? Я продолжаю. Я вышла опять на будущую кухню. Такую вот. Такую кухонку. Так, здесь точно велосипед стоит. Так, тут бы как бы пролезть бы. И не вернуться бы. Ой-ой. Итак, просочившись мимо велосипеда, я снимаю этот угол. А тут ничего такого нету. Тоже для разной техники. И еще там. Больше тут ничего нету. Вот еще одна комната. Это тоже как бы будет спальня. Тут у нас что? Тут у нас вывод наверху. Наверное, как-то будет что-то еще, поскольку как-то маловато. Ну, не знаю. Одна лампочка, ну, не знаю. Но остальное, может быть, какой-то торшер или что-то в этом роде. Ладно, посмотрим. Так, ну да, этот коридорчик, я не знаю, показывал или нет. Тут, естественно, лампочка и мощные провода. Тут, по-моему, будет щиток. Ну вот, друзья мои, посмотрели вместе со мной. Ну вот, дождь идет, а мы стердуем. Не знаю, что я тут накашу, но раз пришла, что-то надо. Дождь припустил не на шутку. Ну и трудовых подвигов мне совершать не хочется. Я немножко покосила. И, наверное, пойду я домой. Вот сейчас я вам покажу, что я там нашла. Ну вот эти джунгли я покосила, пока дождь не пошел. И что я тут нашла? Вы видите? В моих джунглях было гнездо птицы. Не очень я разбираюсь в мелких птицах. Я думаю, что это типа садовой славки или такого типа. Только начала она откладывать яйца. Я, конечно, больше тут косить не буду. Не уверена, что птица вернется. Вопреки распространенному убеждению, птица не чует запахи. У них обоняние практически не развито. Поэтому, если она не видит, и там тихонько посмотреть, ничего там страшного. Но дело в том, что я тут уже обкосила. И она, конечно, увидит, что тут уже не так безопасно. Поэтому, да, она может бросить это гнездо. Но у нее еще хватает времени сделать новое. Так что, ну, не буду, конечно, тут трогать. Посмотрю, что дальше получится. Ну вот, друзья мои, на этом с вами попрощаюсь на сегодня. Пойду домой. Простите, что не очень часто я выкладываю видео. Мне некогда, совершенно некогда. Все какие-то дела, проблемы наваливаются. Да и вот машины сейчас нету, никуда не поедешь, ничего интересного не снимешь. Но постараюсь надолго не пропадать. Так что всего вам самого доброго, друзья мои, и до свидания.